Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Пришла пора для чего-то индюшного на канале. И я думаю, недавно вышедшая игра «Горячая линия Майами», то есть «Hotline Miami», будет как раз кстати. Это очень олдскульная, очень задротская, но при этом очень крутая тема. Давайте начинать. Я не думаю, что это будет продолжаться очень долго, просто мне охота поиграть в нее вместе с вами. Это будет, я думаю, очень смешно. Сразу говорю всем ценителям графики, вам тут делать нечего. Я скажу тебе, как убивать людей. Эта игра контролируется с помощью WASD и мышки. Нажми левую кнопку мыши, чтобы вдарить. Целься в рожу. Когда ты кого-то вырубил, тебе нужно его прикончить. Поэтому нажимай пробел. Ты понял? Точно понял? Левая кнопка мыши, чтобы ударить. Пробел, чтобы закончить свое дело. Ты понял меня? Не связывай. А, не провали, говорит это. Окей. Кто хочет? Ты хочешь? Или ты хочешь? Странная игра, но крутая. Ладно, теперь ты должен попробовать убить следующего парня. Но используй для этого биту в красной комнате, понял? Нажми правую кнопку мыши, когда будешь рядом с ней, и возьмешь ее. Когда ты нажмешь левую кнопку мыши, ты ей ударишь. Ты понял эту сложную такую головоломку? Понял, нет? Правая кнопка мыши, чтобы подобрать, левая кнопка мыши, чтобы ударить. Ты вообще меня слушаешь? Так возьми ее. Хорошо, это у нас туториал такой. Ну иди сюда. Иди сюда, касатик. Иди сюда. На. Все, наглухо. Хорошо. Давай теперь поработаем с пушками, а? Иди и возьми пушку в следующей комнате. Шотган. Подбираю точно так же, как подобрал биту. Просто нажимай правую кнопку мыши. Можешь с этим справиться? Используй Shift, чтобы осмотреться, есть ли поблизости враги. Это очень полезно, чтобы тебя не убили. Ты можешь нажимать Scroll Wheel, чтобы прицеливаться у врага. Просто убедись, что это место... А, что твой прицел на них. Правая кнопка мыши, чтобы схватить. Shift, чтобы осмотреться. Левая кнопка мыши, стрелять. Теперь иди и убей парня в желтой комнате. Так, ну... Кстати, прикольно, хорошо. Знаете, это напоминает одновременно GTA 1. Еще куча других игр примерно тех же времен. Так, иди сюда, родной. Хорошо, но нам такое прицеливание не сильно нужно. Но на! Хорошо, это все насчет самого простого. Кроме того, всегда есть чему поучиться. Ты можешь швырять любое оружие. Ты можешь подобрать, нажимая правую кнопку мыши. Ты можешь использовать двери, чтобы вырубить врагов. Пушки очень громкие, и враги узнают о том, что ты тут. Поэтому планируй свои шаги и используй холодное оружие, когда ты можешь. Господи, да тебя все равно убьют. Разве нет? В общем, такое обучение. Блин, я не думаю, что эти серии будут очень длинными. Вообще, я это записываю в свободное время, как-то совершенно на расслабоне. Надеюсь, вам тоже понравится. Игрушка продается в Steam за 200 рублей. Это что, и большое спасибо. А кто это у нас тут? О, да ты не знаешь, кто ты. Может, так все и оставим? Но я тебя знаю. Посмотри ко мне в лицо. Мы встречались уже. Разве нет? Я тебя не знаю. Почему ты здесь? Ой, как громко. Ты не мой гость. Тебе правда нужно показать, кто ты такой? Зная себя, ты должен будешь принять свои действия. А ты в последнее время делал страшные вещи. Ты не помнишь меня? Я дам тебе подсказку. Для тебя что-нибудь значит 3 апреля? Мы в первый раз тогда встретились. Судя по всему, ты что-то вспоминаешь. 3 апреля 1989 года, Майами, Флорида. Мы у себя дома. Это начало я играл, поэтому мне это маленько знакомо. Но я решил начать с самого начала, чтобы... Я просто понял, насколько это крутая игра. Класс, новое сообщение. Бип. Его зовут Тим. Тебе нужно доставить к нему эти конфеты.
Лист ингредиентов включен. Убедись, что ты прочтешь все внимательно. Щелчок. Наша цель – это чемоданчик. Оставь цель в точке F32 внутри мусорки. Провал – это не опция. Мы смотрим за тобой. Хорошо. Начинаем мясо. Я вам советую приготовить свои розовые очки, потому что мяса сейчас будет очень много. И умрем мы раз 50 за время прохождения этого уровня. Блин, в игре очень крутой саундтрек, он продается отдельно. Четко. Давай. Метро, прелюдия. Мы будем выбирать маску Ричи. Так, ну что, приступим? Да. Спокойно. Че, отливаешься? Да. Готов. Начало очень простое. Ну, дальше я не проходил, в принципе, я на втором этаже уже не был. Все. Хорош. Давай быстрее. Готов. Давайте, ребятки, никуда вы не денетесь. Так, и как же мне вас вырубить? Я думаю, сейчас мы и погибнем в первый раз. Сейчас что-то будет. Что-то будет. Да! Все. Блин, я по большей части кидаюсь пока. О, хорошо. Куда ты ползешь, скотина? Далеко не уйдешь. Поначалу все идет достаточно просто, да? Держать, твари. Сейчас обувь встанут. Так, у этого мозг разлетелся, этот тоже готов. Ну чё, братья, все, приехал? Давай чемодан, пора уходить отсюда. Странная игра, крутая. Нужно уходить в машине. Валим. Так, там местные приехали, пассажиры. Что же делать, как же быть? Нужно, чтобы один из них меня заметил. Иди сюда. Бежать, тварь. Давай, на. Второй. По идее, можно уходить, но я думаю, сначала мы завалим этих гадов. Фух. Вот такая вот игра. Надеюсь, вам понравилось. Хорошо, мы приехали домой. Вот это был денек, да? Подожди, это не домой, это мы должны оставить здесь свою посылку. Где-то вот здесь. Все хорошо, мусорки. Кто там? Я могу тебя слышать. Я знаю, зачем ты здесь. Смотри, скотина ждет меня сбитый. Я не думаю, что у тебя хорошие шансы против такого бойца, как я. Иди сюда. Лежать, тварь. Вот, собственно, и все. Не такая сложная игра, как народ говорит на самом деле. Потому что как-то с первого раза. Ну, может, это дальше, там, это обучение все-таки. Блин, это все стилизовано, конечно. Вообще, короче, это прохождение как будет какого рода? Оно не будет до конца, оно будет до того момента, когда я не испытаю жесткий рейдж, бугурт, бадхерт и тому подобное, пока у меня не бомбанет. Я думаю, это будет нормально, потому что задротить по полной, это будет не так уж и круто, я думаю. По 100 раз умирать на одном месте. Не знаю, посмотрим. Мы, кстати, получили достаточно неплохие очки.